Я не большевик, я простой французский солдат. Вот немедленно, вот, уберите его! Думаю, что эта конференция принесет войну, а не мир! Боже ж ты мой, что же это тут творится? Не имеет значения. Реальная политика делается в Лондоне. Тут только декорация. Очень рад, генерал. Мы с вами люди военные, всегда договоримся друг с другом. У меня здесь был ваш соотечественник... Савенков. Савенков. Странно. Все время говорил только о сапогах. Приходится просить, мистер Чаши. Без сапог армия, как говорится, ни ту, ни ну. Я люблю Россию. Но на ваших громадных пространствах растаяли. Испарились очень значительные по численности белые армии. Вообще у вас идет какая-то странная война, не знающая ни чести, ни доблести. С очень незначительным числом смертей в бою. Все казни, казни и казни. Голубчик, мистер Черчилль, с этими большевиками надо действовать решительно. О. Слышите? Вот мнение военного человека. Прошу. Да, но английские рабочие противятся оказанию помощи белым армии. Это препятствие мы устраним. Надо объединить все страны, враждебные большевикам, в одну большую военно-политическую систему и осуществить обширную программу вооруженной интервенции в России. В Петрограде созрел огромный заговор, нити которого мы держим в руках. Петроград — это дорога в Москву. Это дорога в Россию. Если в городе вспыхнет восстание, а наш флот активно поддержит наступающую белую армию, падение Петрограда можно считать предрешенным. Не надо забывать о фортах Кронштадта, господа. Совершенно верно. Мы не можем подставлять британские корабли под жерло крепостных орудий. Эти орудия будут молчать. Наши друзья позаботятся об этом. Да. Было бы безумием не использовать такие возможности. Мы должны двинуть наш флот на помощь заговорщикам. Я не считаю отказом от основ политики Англии помощь друзьям, и я не возражаю против отправки нашего флота в Россию. Я согласен. Позвольте, вот это входит под мандат Франции. Вы не имеете права получить. Вам полагается Украину. Здесь Украина. Как же? Вот видите, вот эта зеленая краска. Это и есть украинцы. Там полно украинцев. Это и есть украинцы. Консультант, пардон. Боже мой, это же не Дакарта перепутали. Это же неважно. Австро-Венгрия. Говорю, неважно. Пожалуйста, вот вам Россия. Перепутали. Говорю, неважно. Мы не возражали, когда Англия захватила все Закавказье. Берите Новороссийск в обмен на Мурманск. А где здесь Новороссийск? Неважно, кто получает Петроград. У меня дурные известия из Петрограда. Большевики ликвидировали мятеж на кронштадтских фортах. Там же ваш флот? Наш флот. Наш флот вернулся в Копенгаген. Родзянка разбит и отступает, бросая технику. Это ужасно! Что же делать? Надо начинать все сначала. Мы проиграли на Родзянка, будем ставить на Юденич. Проиграем на Юденич, будем ставить на черта, на дьявола. Как долго? До тех пор, пока не уничтожим большевиков. Или они не уничтожат нас? Очень может быть.